Сатурн. Сатурнова позиция. 9 июля 2019 год. Харьков, 21:53 по Киеву. Небо в дымке. Погода ветреная. Но учитывая, что сегодня в Харькове прошел дичайший ливень и просто ничего не было видно, жаловаться не приходится. Десять градусов сейчас, Сатурн над горизонтом. Минимальное расстояние от Сатурна до Земли в году 1 миллиард 351 миллион километров. На одной линии находится Сатурн, Земля и Солнце. Я ожидал я сегодня увидеть эффект Зеллигера, так называемый. В 1887 году, по-моему, этот самый Зеллигер именно на кольцах Сатурна обнаружил резкое увеличение яркости этих колец в момент противостояния. Объяснил это вполне логично тем, что когда источник света практически под прямым углом освещает объект относительно наблюдателя, исчезают тени. И объект становится ярче. Я это помню по такому эффекту, как при катании на лыжах по склону. Бывают моменты, когда солнце светит именно под 90 градусов к трассе, по которой ты едешь. И исчезают у трассы тени. Не видно ни ям, ни бугорков. Нету теней. Солнце светит как бы вертикально, перпендикулярно поверхности склона. Довольно серьезную проблему создает. Ну и, конечно, ярче выглядит поверхность. Ладненько. Я думаю, для начала это первый дубль. Сатурн еще будет подниматься. Сейчас 10 градусов над горизонтом. Будет подниматься максимально к часу ночи до 17 градусов над горизонтом, там и небо может почище будет за счет того, что плотных слоев атмосферы не будет. Ну, конечно, может быть. И еще один ливень. Так что хорошо, что хоть как-то отфиксировали такое замечательное явление, как Сатурнова позиция. Ну вот видно, дымка вокруг Луны. Это как раз остатки этих ливневых туч. Ну и плюс еще испарения, конечно, добавляются после ливня. Видно прямо ауру такую, создается впечатление, что атмосфера вокруг Луны есть. У Луны есть, что, конечно, не так.
как раз у нас половинка Луны. Да, ветерочек чуть-чуть стих, ну и за то спасибо. Хорошо рельефно Луна смотрится. Попробовать Юпитер еще поймать. Юпитер и больше, и ярче. А наводиться на него по неведомым мне причинам почему-то тяжелее. Совершенно не хочет резкость автоматически набирать, ловить. Фотоаппарат от тебя, пожалуйста. Понятно, что ему дымка мешает, но тем не менее. Там уже Ганимед заметил фотоаппарат. Самый крупный спутник Солнечной системы, спутник Юпитера, один из четырех Галилеевых. Ганимед. Остальные, видимо, скрыты в этой самой дымке. Лады. Будем сейчас через какое-то время делать еще один дубль. 9 июля 2019 год, Харьков, 22:01 по Киеву.